Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с политической песней, так сказать, о том, что, так сказать, на заметку нашим депутатам, любимым которых мы избираем, и которые потом почему-то занимаются большая часть не теми делами, то есть не наболевшими вопросами, что людей интересует, а какими-то, так сказать, ну, не теми совсем делами, то есть как бы для отвода глаз, что они там вроде как и есть, и толку мало от них, но зачем наценять те же сигареты, зачем решать какие-то такие вопросы, которые, ну, не касаются никак, в общем-то, серьезно нашему быту, жизни, но, то есть, а наоборот еще хуже делают, гнобят рабочий класс, последний отбирают у таких семей. Но решали бы действительно насущные вопросы по детским садам, по жилью для молодых, по зарплатам, по рабочим местам. То есть вот такие нам вопросы решать. Они о штрафах каких-то, увеличений, которые, в общем-то, ничего сильно-то и не меняют. То есть, ну, примерно вот такие вот, значит, вещи. Каждый раз нам обещают жизнь прекрасную построить, а когда случится это, никого не беспокоит. Я себя начну, пожалуй, может, что-то изменю в своем городе, которым обожаю и люблю. Я бычки бросать не буду, я их буду собирать, чтобы дома самокрутку нафиг было замотать. Дорогое нынче елки, удовольствие курить. Нет заводик, чтоб построить, надо было наценить. Им заняться больше нечем, чтоб насущным так, как надо. По зарплатам, чтоб порядок навести, как подобает. Обещаний сколько было, громких слов и изречений. Только все не то мы видим, постоянно, к сожалению. Я бычки бросать не буду, я их буду собирать, чтобы дома самокрутку нафиг было замотать. Дорогое нынче елки, удовольствие курить. Нет заводик, чтоб построить, надо было наценить. Получал бы я постольку, как Зюганов, Жириновский. Мне бы пофиг тоже было, вот и было бы все ловко. И в стране бы наступило замечательное время, как обещано народу. Заверяли ведь нас черти, я бычки бросать не буду, я их буду собирать, чтобы дома самокрутку нафиг было замотать. Дорогое нынче елки, удовольствие курить. Нет заводик, чтоб построить, надо было наценить. Каждый раз нам обещают жизнь прекрасную построить, а когда случится это, никого не беспокоит. Я себя начну, пожалуй, может, что-то изменю в своем городе, которым обожаю и люблю. Я бычки бросать не буду, я их буду собирать, чтобы дома самокрутку нафиг было замотать. Дорогое нынче елки, удовольствие курить. Нет заводик, чтоб построить, надо было наценить. Курево. Ну, примерно об этом, что хотя бы мусорить не буду теперь в своем городе. Хотя и раньше никогда не мусорил, но теперь вдвойне об этом приходится задумываться. Ну, примерно вот такие вопросы, вот такие, значит, сказать, нюансы. Ну, вот такие дела. Спасибо. Шутка. В каждой шутке есть доля правды.